Хо-хо-хо. Белые грибы есть. Отлично. Друзья, вы находитесь на канале Грибоискатель. И я приехал в свою любимую березовую рощицу, чтобы поискать грибочки. И они есть. Так что грибалка будет. Не переключайтесь. Вперед! Светлый березовый лес. Красотища. Раннее утро. И вот они. Стоят красавчики. Красавчики. Такие беленькие. Конец мая. Калужские леса. Отлично. Отлично. У-ху. Пошла жара, ребята. Смотрите, как он прячется. Еще пух, кстати, лежит от ивы. Конец мая. А-ка. Вот она. Смотри, как ранние беленькие. Наверное, сетчатый называется. А может быть, дубовый. Подскажите, друзья. Напишите в комментариях, какой это вид гриба. Сетчатый или дубовый? Я вот так думаю, что это сетчатый. А вы что скажете? Ну не красавчик ли? Ух, немножко потрескался. Красавец. Светленький. Когда жаришь, такой аромат идет. Даже осенний не такой душистый. Вот этот вообще самый-самый душистый вид белого гриба. Самый ароматный. Друзья, я просто счастлив. Вы сейчас увидите, что я нашел. Я счастлив. Целая семья. Дубовик оливково-бурый. Раз. Смотрите, какой он красивый. Ножка такая. Вкуснейшие грибы, ребята. Два. И это не все. Мы продолжаем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Фантастика. Есть счастье на земле. Yes. Ух ты. Вот это грибочки. Здесь его погрызли. А вот это, смотрите, целый. Красавцы, а? Так, давайте посмотрим этот. Фу, фантастика. Раз, три, четыре, пять. Нифига себе. Вот это вообще чудо. Вот это чудо, ребята, посмотрите. Какие они красивые, а? Комары съедают с утра уже. Раз, два, три, четыре. А это что? Малюсик. О, а он уже, кстати, плохой. Ху-ху. Вот это красавцы. Вот это грибочки. Наравне с белыми. Очень вкусный гриб. Так что, если найдете, берите. Отварить и пожарить. Ну вот, такая вот получилась картина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть хороших. Раз, два, уже таких подгнивших. Отлично. Дубовики это супер грибы. Вот они.
Ну что ж, продолжаем грибалочку, друзья. Супер. Молодец. Вот это грибочки. Фантастика. Вот это грибочки. И он не один. А вот и еще один. А вот и еще один. Ах, немножко задел. Ух, какой боровичок. Ух. Вот это боровичок. Класс. Немножко сетчатый. Вот такая вот сладкая парочка. Красавцы. Просто шикардос. Вот это уже гигант. Дубовик. Дубовик-гигант. Ух ты. Перерос уже в конце мая. Вот это да. Друзья, дубовики меня не отпускают. Опять. Это, видимо, их не время. Конец мая. Светлые березовые рощи. И вот они. Какие красавцы стоят. Фантастика вообще. Корзинка уже наполняется грибами. Ух, какой. О, какой красавчик. Ножка такая красноватая, что ли, рыжеватая. А под шляпкой темно-рыжий. Если срезать, сразу будет синеть мякоть. Дубовик оливково-бурый. В светлом березовом лесу, кстати. Вот еще даже малыши растут. Но мы его сорвем, он такой, на укус. Как раз целиковый. А, такой беленький малышок. Друзья, тут комично получилось немножко у меня. Комичная ситуация. Смотрю, гриб, думаю, большая шляпка. Ну, наверное, кто-то сорвал его, посмотрел червивый и кинул. Раз такого. А он не шевелится. Давайте посмотрим. Он, оказывается, целиком растет так. На короткой ножке. Хорош. Видите? А я думал, кто-то его сорвал уже. Это такой гигант, кстати, попал. Самый большой сегодня экземпляр. И шляпка-то хорошая, посмотрите. Да, и ножка, кстати, твердая. Так что я думаю, мясо в нем прилично будет. Продолжаем. Смотрите, друзья, вот этот цветет цветок. Называется грушанка. Вот как раз в это время белые собирают. Все совпало, только в конце мая. А обычно она цветет в середине июня. В этом году, видимо, раньше все. Раньше весна пришла. Друзья, фантастика. Белые грибы не отпускают. Они, я бы сказал, уже атакуют. Обалдеть. О, кстати, смотрите, этого я не видел. Еще малюсик стоит. А ну он, кстати, вот уже плохой. А этот? А этот твердый. А вот еще.
Фантастика. Мышка его поела уже, пообедала. А будем собирать оставшиеся. О, какие красавцы. Так, берем. Отлично. Решил зайти в темную часть леса. Вот на краешке, смотрите, стоит. Я здесь ни разу не находился. Смотрите, какой красавец. Давайте его порвем вместе. Ух ты! Вот это уже размер. Вот это уже размер. Класс. Вот здесь в темном лесу. Такие вот гиганты попадаются. Уже созрел. Зреленький кабанчик. Фантастика, ребята. Пригорчик. И посмотрите, какая картина. Это раз. И там еще два, смотрите, каких. Фу. Сетчатые. Красавчики вообще. Вот оно счастье. Раз. О, вот это грибочек. Красота. Ну вот наконец-то и папан подъехал ко мне. Здорово, папан. Здорово. Передавай привет. Вот сам, возьми мой белый. Где он? Вот он. Ух ты. А вон трухляля оказался. Ножка, по крайней мере. Да ладно. Обалдеть. Перезревший. А этот что скажет? Ну, это что нормально. И третий на солнышке перегрелся. О, шляпа хорошая. Какой. Белые не сдаются. Шляпа хорошая. А это что кабанчик скажет? Ух, ножка трухля. А шляпка неплохая. Неплохая шляпочка. Какой красавец. Вот это грибок. Чудо. Какие стоят красавчики.
О, вот это грибосики сегодня. Конец мая. Обалдеть. Иду. Вот он такой. Есть еще маленькие. Растут. Значит, еще будут грибочки. Вот это экземплярчик уже. Ух ты, как он сидит. Вот это боровик. Обалдеть, идеальный. Кстати, твердый вообще. Наверное, даже нога не червивая будет. Твердейший просто. Лучший гриб за сегодня. Фантастика. Корзиночку. Хорош. Ух ты, не вытаскивайся даже. Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу рыбалочка наша сегодня. Набрали белых, полкорзины. Я счастлив. Отлично, грибочки. Но видно, что уже заканчивается потихонечку. Уже много перезрелых, крупных. Ничего, еще впереди лето и осень, так что грибов еще будет много. И будет много фильмов грибных. Так что, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Еще будет много интересных видео и сюжетов. Так что, до новых встреч. С вами был Грибоискатель. Пока.